Orașul Basarabeasca meleagă oamenilor frumoși la chip și suflet, harnici și dornici de o viață mai bună. Pentru a asigura un trai decent locuitorilor orașului, primarul Valentin Cimpoieș mereu este la postul său și asigură o bună gestionare a managementului primăriei. Ziua sa de muncă începe din zor și se termină seara târziu. În fiecare zi, edilul merge în teritoriu pentru a discuta cu locuitorii. Несут что с мусорки, нанесут все вещи, тряпки, банки, склянки. Подождите, все. А почему она пользуется одна? Одна носка, ты приезжаешь на 5 минут, что ты здесь ветер делаешь? Нет, это мы заберем, это мы откроем. Как это? Вот, это вот мы ходили подвал он общий. Locuitorii orașului au doar vorbe de laudă în adresa primarului și spun că implicarea lui în viața de zi cu zi a orașului aduce rezultate vizibile. Valentina Cimpoieșa, я знаю с дня рождения. И его я знаю как очень порядочного, хорошего человека. И мы его избрали мэром нашего населенного пункта Бессарабки. И верим в его способности. У него очень хорошие данные, такие организационные. Примар старается во всем делать и порядок, и с людьми общается. Вот у меня сын живет, например, на Фламынде. Там пришлось, вечно там воняло, в том доме канализация. Он пришел, примарь, и сам ковырялся в этой вместе с рабочими. Какой примарь раньше и вообще какой примарь такое делал? Даже когда он вот жарко было, просим воды, он со своего кармана дает нам 50 или 20 лет, чтобы мы купили себе воды пить. Он каждый день, когда мы работали даже на Фламынде, даже здесь, он постоянно возле нас, с нами работает. Primarul de Basarabeasca are planuri și proiecte viabile pentru îmbunătățirea situației sociale-economice în localitate, dar realizarea lor pentru moment este imposibilă, dat fiind faptul că consilierii locali din alte partide blochează intenționat toate propunerile sale. Все решения, которые выносятся мной как примарем города, они все блокируются советниками от партии социалистов и коммунистов. Им не интересно, чтобы эти вопросы проходили. Те советники, которые манипулированы партией коммунистов, а именно бывшим примарем это Николаевым, те, которые сели и поделили город и район, район отдали партии социалистов и посадили председателя района от партии социалистов господина Пушкаря, а город отдали господину Николаеву. Это бывший примарь. Все вопросы, когда проходят через комиссию, подождите, мы сейчас позвоним Николаеву, и после этого мы выскажем свою точку зрения. Так я вот задаю вопрос, а есть ли вообще у нас в городском совете фракция социалистов? Или ее нет? Мы не раз обращались о том, чтобы мы сели за стол переговоров, но нас никто не слышал и слышать не хочет. La ultima ședință a Consiliului Local, primarul a înaintat spre discuție subiectul înfrățirii unui oraș din suburbia Moscovii cu orașul Basarabeasca, fapt ce ar fi influențat pozitiv relațiile economice bilaterale dintre Moldova și Rusia. Это та продукция, которая выращивается у нас на территории нашего района и города, чтобы нашим предпринимателям было позволено эту продукцию продавать за границей. Партия социалистов отклонила этот вопрос и объяснений нам не дала. Pentru a denigra autoritatea primarului, consilierii decurg la metode murdare de manipulare în care implică și familia edilului. Они дошли до того, что они уже затронули мою семью. Они сегодня пытаются очернить меня, как примаря, что я занимаюсь наркотиками. Они сегодня хотят очернить меня, что я занимаюсь проституцией. И это советники от партии социалистов. И это каждый день. În pofida faptului că neînțelegerile dintre primari și consilierii locali durează de-a lungul timpului, Valentin Cimpoieș îi îndeamnă să lase toate orgoliile la o parte și să înceapă a lucra în binele societății. Я не хочу сейчас поднимать эту грязь, но я хочу передать, что мы готовы сесть за стол переговоров. Даже несмотря на то, что сейчас сложилась такая ситуация, где мы готовы друг другу набить морды. И та злость, которая накопилась у нас, мы можем ее обойти. Так что я прошу сесть за стол переговоров.